Тушение природного пожара в Мордовском заповеднике продолжается почти 3 недели. В выходные огонь перекинулся на поселок Стеклянный. Сгорело более 20 строений. Сейчас площадь активного горения составляет около 300 гектар. На ликвидацию пожара брошены все возможные силы. На границе Мордовии и Нижегородской области ни на минуту не прекращается борьба с огнем. В тушении участвуют авиагруппировка, пожарные поезда, пожарные комплексы, шквалы вдали и другая техника. Также в тушении огня принимают участие около 1500 человек. На месте трудятся пожарные из 6 регионов и более 250 единиц техники. Совместно с сотрудниками МЧС России в тушении участвуют представители Росгвардии, Министерства обороны и лесного хозяйства. Продолжает работать и авиация. За сутки бортами Ми-8, Ми-26 и Ил-76 производится более 60 сбросов воды объемом более 300 тонн. Также к тушению привлечены несколько единиц авиатехники, в том числе КА-32 и Б-200. Боевое крещение на территории Сарова принял насосно-рукавный комплекс «Водолей». В настоящее время он обеспечивает бесперебойную заправку от 8 до 16 пожарных машин. Для заправки автоцистерн от источника воды до площадки с разветвителями проложили 1,5-километровую рукавную линию. «Водолей» способен перекачивать колоссальные объемы воды от 170 до 500 литров в секунду на расстояние более 1200 метров. Комплекс состоит из одного автомобиля и пригоден для транспортирования по дорогам общего пользования. Такая техника позволяет заправлять пожарные машины как можно ближе к месту пожара. Чтобы остановить огонь, прокладывают минерализованные полосы. Также для мониторинга лесопожарной обстановки и разведки очагов пожара в воздух подняты беспилотники. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.